саженцы вишни нежность сочетают урожайность и декоративные свойства. Во время цветения дерево станет настоящим украшением любой садовой посадки. Собранные плоды универсальны, их можно использовать в пищу в свежем виде, а также перерабатывать для получения соков, джемов и прочих заготовок. Крупномеры вишни начинают приносить урожай на 4-5 год. Пора созревания ягод наступает во второй половине июля. Плоды ценятся за приятный кисловато-сладкий вкус. Для посадки саженцев вишни нежность лучше подобрать легкую плодородную некислую почву. Растение устойчиво к грибковым заболеваниям. Вишня Несхност – это дерево высотой от 250 до 300 см с типом роста, среднерослый. Цветет растение в месяц май. Плоды имеют массу от 8 до 10 грамм. Форма у плода сердцевидная. Цвет плода желтая с румянцем. Вкус кисло-сладкий. Важно, что вишня Несхност самобесплодный, обои полый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.